Закон о курении, абсолютно уверена, пролоббирован всеми табачными производителями, потому что, насколько я знаю, продажи сигарет только увеличились в нашей стране и бьют все рекорды. На самом деле, если ребенку говорить не делай этого, он все равно будет делать назло, да, так как с нашими курильщиками происходит. Мы им запрещаем, они курят еще больше, и этот закон, в принципе, не работает. Если только в ресторанах его соблюдают, я специально сегодня ехала на эту съемку, обращала внимание, что люди идут по улице, спокойно курят, стоят на остановках, выкуривают свои сигареты. Но на самом деле тут, мне кажется, мы принимаем законы, но, во-первых, мы их принимаем не совсем обдумывая все итоги, да, и они у нас просто не работают. То же самое, как о запрете алкоголя, да, там, выпивки на улицах. Как пили пиво, так ходят и пьют, и никто за этим не следит.